рухнет, не рухнет на голову. Ну, они сами приходили вот здесь, вот и говорили, что там пустота. А монтировка? Что там пиздец. Ну, как есть? Есть монтировка или? Просто пустота. Все это рассыпется. Все эти вот трещины, их не было. У нас все было идеально. Вот там нет, получается. И вот здесь вот они. Вот они мы стоим. Вот видно, что трещина пошла. Признают дом аварийным. Не знаю, что у нас будет. Там монтировку не видел. Вот в этих трех квартирах люди упали. Здесь полностью обрушился, получается, на кухне потолок полностью обрушился. Здесь в этой квартире сделали ремонт. И потом у них было еще трубу они делали. Они их полностью затопили опять заново. У них заново будет ремонт. А здесь вот в этой, ну, в квартире, здесь в углу упали. Генри в курсе, все в курсе. Сказали, терпите, ждите, ждем. Новый год на носу, хотелось бы ремонта. А сколько ждать-то? Не знаем. Сроки никакие не обозначены? Нет, я не вижу. Есть своя задача, есть своя. И вот как-то так, как тут увидите, потом я это буду убирать. Я как раз воду набрала. Я прихожу домой. А вы не боитесь сейчас там ломать? Там же вон трещина пошла по всей. Так они здесь обшивают. Они обшивают это. Здесь железо внук будет обшиваться. Ну а просто я смотрю, что трещина идет прямо вот от угла люка. А, вот она. Да? Ну, скоро дом сложится.